Васька, у меня есть потрясающая идея. Кика, отвали, я делом занята. Каким еще делом? Ты же просто валяешься на диване. Нет, я не просто валяюсь, я думаю. Интересно, о чем же ты думаешь? Я думаю о том, что нужно сделать, чтобы ты оставил меня в покое. Хорошо, я оставлю тебя в покое. Но ты об этом скоро очень сильно пожалеешь. Ладно, говори, что у тебя за идея на этот раз? Васька, мы с тобой станем продавцами. Что? Какими еще продавцами? Ты че, не знаешь, кто такие продавцы? Знаю, это профессия такая. Люди, которые продают что-нибудь, называются продавцами. Правильно, в самую точку. Правильно. Но при чем здесь мы? Сейчас объясню. Мы тоже с тобой станем продавцами. Чика, но продавцы работают в магазинах. Вот кто нас туда пустит? А мы откроем свой магазин. Самый большой на свете магазин. Это ты, Чика, загнул. Где мы возьмем самый большой в мире магазин? Все элементарно. Вот скажи, наш дом большой? Ну, не маленький. А мы из нашего дома сделаем магазин. Магазин? Как это? Кто нам разрешит? Да и потом, он все равно не будет самым большим в мире. Васька, насчет самого большого ты не заморачивайся. Это маркетинговый ход. Его же никто не будет измерять. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Васька, нравится? Красота! Теперь ты оценила мою идею? Ну хорошо, Чика, допустим, я соглашусь. А торговать чем будем? Об этом нужно подумать. Хотя идеи у меня есть. Рассказывай про свои идеи. Васька, да ты только посмотри. Тут же полно барахла. Вот, например, часы можно продать. Ну кому они нужны? Стоят тут без дела. Почему это без дела? Они время показывают. Старье! Сейчас время все смотрят на мобильниках. А если Коле не понравится, что мы часы продали? Да он даже этого не заметит. Ты что, не знаешь? Он же все время в мобиле зависает. На часы он даже внимания не обратит. Ну да. А еще что будем продавать? Хочешь, рояль продадим? Нет, Чика, это все ерунда. Не ходовой товар. А какой товар ходовой? Тоже мне магазин решил открыть. А какой ходовой товар, не знаешь. Так мы же вместе торговать будем. Поэтому вместе и думать должны. Давай еду продавать. Ты что? Если мы еду продадим, сами что есть будем? А мы кошачью еду продавать не будем. А какую будем? На кухне посмотрим. Смотри, сколько товара. Да. А может быть, колбасу себе оставим? Молоко тоже может пригодиться. Я люблю молоко. Да ты все что угодно готов съесть. Нет, конфеты я не люблю. Чика, а что же мы будем продавать? Только хлеб, что ли? И это называется самый большой в мире магазин? Да. Ну, еду жалко продавать. А что тебе не жалко? Давай диваны продадим. Их не жалко. А спать ты на чем будешь? Ну да, на полу спать не хочется. Ладно, давай продавать игрушки. Их все покупают. И дети, и взрослые. А взрослые зачем их покупают? Ой, Чика, как это зачем? Для своих детей покупают. Васька, а у меня еще лучшая идея есть. Да? Какая? Давай котят продавать. Как это котят? У нас же нет котят. А ты, Васька, их роди. Ой, болван ты, Чика. Я еще маленькая котят рожать. И не буду я своих котят продавать. Спокуха, Вася. Это шутка была. Дурацкая шутка. Ребята, а вот вы что бы хотели купить? Игрушки или котят? Напишите
нам в комментах. И подписывайтесь на наш канал. Тогда, когда Васька родит котят, мы вам их подарим. Чика! Ребята, если вы поставите нам много лайков, то я уговорю Васю подарить вам котенка. Пошли лучше выбирать игрушки для продажи. Смотри, сколько здесь игрушек! Васька, а представляешь, сколько у нас будет денег, когда мы все это продадим? Интересно, куда это Чика с Васькой пошли? Какие-то они деловые стали. Пойду посмотрю. Привет, мелочь. Что это вы здесь делаете? О, откуда у вас столько игрушек? Ой, Васька, что будем делать? Чика, может быть, Никису в долю возьмем? А вдруг она нам все испортит? Да ничего она не испортит. Поговорить с ней надо. Давай, поговорим. А если начнет мешать нам, то мы ее саму продадим. Чика! Да ладно тебе! Что вы там шепчетесь? Мы, Никисонька, бизнес открываем. Ага, я помню, отельный бизнес вы уже открывали. Хорошо хоть, что все живы остались. Никиса, ну с отелем не получилось. Хотя идея была хорошая. Дурацкая идея. А вот ролик получился хороший. Ребята, вы помните наш видос, который называется «Открыли отель для животных»? Если хотите посмеяться над этими глупышами, обязательно посмотрите этот ролик. Ссылка в описании. Ничего мы не глупыши. Мы пострадавшая сторона. Да, мы чуть не погибли. А тебе, Никиска, смешно. Ой, да ладно, чуть не погибли. Ребята, посмотрите ролик про отель и поставьте мне лайки, потому что это я спасла этих дурацких бизнесменов. Да, это правда. Нас спасла Никисонька. Ребята, а вы не забывайте подписываться на наш канал. Хватит, Васька, говорить про канал. Рассказывайте, что вы тут делаете и какую глупость на этот раз придумали. На этот раз дело верное. Мы открываем самый большой в мире магазин. Что? Да. Никиса, полюбуйся. Ну что скажешь, Никиса? Классно мы придумали. Хочешь быть продавцом в нашем магазине? Ой, держите меня трое. Я сейчас скажу такое. Васька, по-моему, Никиса не хочет быть продавцом. Никиса, так ты будешь продавцом или нет? Дело серьезное. Нужно подумать. Что-то я так и не понял. Согласна Никиска с нами бизнесом заниматься или нет? Я тоже не поняла. Ну, давай лучше делом займемся. Пока она думает, мы тут игрушки красиво расставим. Васька, а еще можно продать аккордеон. Чика, да кому нужен твой аккордеон, когда тут столько игрушек? Вась, а давай и тренажер продадим. Чика, по-моему, тебе просто надоело расставлять игрушки. Вот ты и маешься дурью. Ничего я не маюсь дурью. Я бизнес хочу расширить. Не отвлекайся, игрушками займись. Я сейчас сделаю. Ну, бизнесмены, вы у меня надолго это запомните. Сейчас я запущу программу и оживлю ваши игрушки. Вот будет хохма. Так, программа запущена. Время пошло. Пойду посмотрю, что там происходит. Ну, Васька, красота какая. Даже продавать жалко. А может быть, себе оставим? Играть целыми днями будем. А как же бизнес? Ой, да, Васька, придется заниматься бизнесом. Как ваши дела, бизнесмены? Ты только посмотри, Никиска, как мы все тут устроили. Ничего не скажешь. Молодцы, постарались.
Васька, что это такое? Вы продаете живые игрушки? Ай, что это? Кика, что происходит? Ой, Никиса, спаси! Игрушки сошли с ума! Никиса, что происходит? Игрушки хотят нас поймать! Помогите! Вот и все. Программа завершила свою работу. Эй, вы, герои, идите сюда. Не бойтесь. Никиса, как ты это сделала? Никиска, это ты программу оживления игрушек запустила? Да, я. А вы испугались? Ну ты даешь. Ладно, Чика, не переживай. Давай все игрушки себе оставим. Отдавай. Целыми днями будем играть. И я тоже с вами играть буду.